Привет, друзья! Сегодня у меня блок «Летящие гуси», и я с помощью этого блока хочу себе шить очередную дорожку или, скажем, коврик в ванну. Для этого я раскроила квадратики. Основной квадрат сторонами 11,5 на 11,5 сантиметров, маленькие квадратики 6,5 на 6,5 сантиметров. Можно взять однотонные, можно взять какие-то с цветочками, что как вам больше нравится. Вообще стоит сначала попробовать шить этот блок. Здесь можно использовать и одинаковые квадратики, можно использовать какие-то контрастные, можно использовать разноцветные, как вам удобно, как вам угодно. Я попробую вот таким образом сделать. Пока не представляю даже, что это будет, но я у себя понаходила лоскуточки и их использую. Показываю, что я делаю. Укладываю таким образом квадратики. Чтобы они немножко заходили друг на друга. Провожу диагональ и, отступив 5 миллиметров от этой линии, буду прокладывать с одной и с другой стороны строчки. Я сразу сделаю два блока. Это просто для видео. А для своей дорожки я сделаю, уже заготовила, я сделаю сразу несколько блоков, прям подряд по цепочке. Так будет быстрее. Теперь режу между строчками по нарисованной диагонали. Вот такие вот треугольнички у нас получились. Теперь я заутюжу. Припуск на шов у меня будет на темной стороне. Вот таким образом я треугольнички заутюжу наверх. У одного из маленького квадратика рисую диагональ. Вот, смотрите, здесь вот так вот получилось то, что я разутюжила, вернее, заутюжила. Вот так. И сейчас для дальнейшей работы я проведу диагонали на маленьких квадратиках. Вот и теперь к этой детали, подготовленной детали, прикладываю свой квадратик с нарисованной диагональю и на все детальки так. И теперь рядом с этой диагональю на расстоянии 5 миллиметров прокладываю с двух сторон строчки.
И опять я прошиваю сразу целую цепочку, чтобы у меня все это отнимало меньше времени. Это все делается быстрее, когда все это шьется пачками. Друзья, забыла вам сказать, что этот квадратик мы накладываем лицом к лицу. Получила я вот такие 4 детали. И теперь по диагонали разрезаю. Теперь заутюживаю также припуск в темную сторону, треугольничек наверх. Друзья, вот такие вот детальки получились. И у меня уже есть заготовленные две вот такие вот полоски. Просто для меня это коротковато, я заготовила еще. Здесь, посмотрите, пожалуйста, здесь у меня будет с виолами ткань в одну сторону. То есть я буду дальше таки продолжать. Вот так, вот так, вот так и вот так. Вторая полоска у меня с этими цветочками в другую сторону. И я также буду продолжать. И опять буду чередовать. Вот так. Для этого два блока кладу друг на друга лицом. Ну, соответственно, носиком к широкой части. Сразу сделаю вот эти. Вы можете спокойно заколоть это булавочкой, чтобы вам было удобно. Так. И вот так. Эта полосочка у нас к этой, поэтому я спокойно притачиваю
Друзья, и сейчас я заутюжу припуск на шов. Вот туда наверх. Здесь уже видно, как я заутюжила. И еще, друзья, можно вот эти хвостики полностью обрезать. Это будет очень аккуратненько. Но я иногда бывает, что не обрезаю. Потому как у меня в любом случае будет подкладка. И оборотная сторона у меня будет вся закрыта. Друзья, ну вот такие две полосочки у меня получились симпатичненькие. Если вы сделаете внутри однотонное, это большой квадрат, то тогда, может быть, будет и более четко. Ну, мне более четкости не надо. Я хочу сделать такой пестренький коврик. Вот, мне это устраивает. В следующем видео я вам покажу, как я сшила коврик в ванную. На сей момент это все. Всем пока!